Добрый день, товарищ. Добро пожаловать на борт уникального скорого поезда «Вихрь» гордости транспортной системы предприятия 3826. Этот билет подойдет? Теперь ты поедешь, кровопийца? Товарищ, почему вы сразу не сообщили о наличии у вас проездного документа? Это ускорило бы отправление поезда. Может быть, потому что в тот момент у меня его не было? То есть это не ваш билет? Проезд по чужому проездному документу – это поступок недостойный гражданина СССР. Что ты сказал? Не волнуйтесь, дорогой товарищ. Проанализировав окружающую обстановку, я пришел к выводу, что вы сотрудник силовых структур, занимающийся исправлением случившегося ЧП. Очевидно, что при сложившихся обстоятельствах у вас есть право беспрепятственного перемещения. Ты издеваешься надо мной, что ли? Прошу вас занять любое понравившееся место, дорогой товарищ. Поезд отправляется через 10 секунд. Воистину, свершилось чудо науки. Осторожно, двери закрываются. Крас, я все никак не пойму, почему вообще возникли сомнения в том, как умер профессор Захар? Мы уже говорили на эту тему. В той печальной истории слишком много темных пятен. Постой, я хочу разобраться. У меня, кроме Сеченова, другой родни нет. Для меня это важно. Понимаю вас, товарищ майор. В чем именно вы хотели бы разобраться? Не могу представить, чтоб Сеченов убил своего лучшего друга. Бред какой-то. Зачем ему это? Незачем, разумеется. Если, конечно, Захаров не пошел против него, как другие соратники. Например, доктор Филатова. Филатова пошла за Петровым. Она влюбленная женщина. Чувства затмили ей разум. Так, блядь, это что еще за хуйня? Ёбаные пираки, что за... Русская земля к себе тянет. Вставай давай, в укрытие. Докладывай, что Сеченов говорит. Значит так. Спокойно. Значит так. Товарищ Молотов сейчас едет прямо сюда на ВДНХ. Да пригнись ты. Товарищ Сеченов хочет, чтобы вы прямо сейчас направились туда же и включили участок.